В нашей компании несколько подразделений, которые выполняют функции от исследования по проекту вплоть до производства и продажи реализации оборудования на российских и зарубежных рынках. Сегодня мы привезли на Неву 2021 года инновационные решения в части автоматизации и цифровизации IoT-решений, которые способны вывести на новый уровень техническую эксплуатацию и обслуживание флота, а также топливную эффективность судов. Также в списке наших решений есть проект Viewfinder, который создан для видеораспознавания судов, контроля определенной акватории, входа-выхода, в том числе для 540-го приказа МЧС России, который регламентирует безопасность лодочных стоянок и стоянок маломерного флота. Мы занимаемся как автоматизацией, так и различными комплексами телеметрии. На данный момент ключевым преимуществом среди наших продуктов является использование инновационных решений, таких как нейросети и искусственный интеллект. С помощью обработки данных этими ресурсами мы можем дать судовладельцам и как на флоте, который уже присутствует в эксплуатации, так и на новых рынках, на новых строящихся судах, обработку данных для того, чтобы потом сэкономить на техническом обслуживании и ремонте, а также увеличить топливную эффективность флота. В принципе, Нева – самое крупное мероприятие в морском секторе в России, как международная выставка. Это, наверное, единственное место, где мы можем действительно пообщаться в таком широком кругу с судовладельцами, с проектировщиками, с иностранными заказчиками, с представительствами и торгпредами различных стран: Испании, Норвегии, Исландии, Финляндии и так далее. Так как наша компания активно развивает экспортный рынок, для нас это очень полезно.